7 мая – праздник всех тех, кто имеет отношение к большому миру радио. Отмечают его и наши коллеги с первой и единственной в Орле радиостанции собственного вещания «Экспресс-радио». Первый эфир на радиостанции состоялся 1 апреля 1992 года. С тех пор каждый день «Экспресс-радио Орел» радует жителей в формате рок. 123 года назад Попов презентовал радио как нечто тогда никому непонятное, а сейчас это настолько неотъемлемая часть жизни многих и нашей, безусловно, потому что мы работаем здесь. И, наверное, не случайно, что в этом году 123, так и продолжаем работать на раз, два, три, и, надеюсь, будем продолжать работать дальше. Вместе с музыкой, говорят ведущие, в работе вдохновляет и нескончаемая любовь слушателей. В профессиональный праздник она ощущается особо. Несмотря на то, что день сегодня понедельничный, казалось бы, обычный, мы работаем в нашем стандартном режиме, все шоу выходят вовремя, сегодня чувствуется вот эта необычайная поддержка от наших слушателей, которые нам сегодня и звонят, и пишут, и признаются в любви и нашей радиостанции, и нам лично. Нам от этого очень приятно.